Здравствуйте, я Владимир Якуба. Хотел поговорить про образование и гарантирует ли хорошее образование успех. Меня часто спрашивают, Владимир, мол, где вы учились? Вы, наверное, учились за рубежом. Ну, в общем-то, да, я учился за рубежом. Во втором классе я сменил 5 школ, во втором классе я учился в городе Киеве. Это был 90-й год, ну, скажем так, почти зарубежье. Ну ладно, шучу. Без шуток, нет, за рубежом не учился, хотя читаю много российской, много иностранной литературы. Это к тому, не нужно учиться за рубежом. Не нужно отправляться в заморские университеты для того, чтобы качественно изменить свое будущее. Ты лучше менять свое будущее в соответствии со своими интересами, мотивацией. Ну, и может быть, эта мотивация связана с другими странами, может быть, нет. Но мне кажется, в России можно научиться не меньшему, потому что если ты сильно много используешь западных стандартов, то уж почитайте западную литературу. Часто эти примеры, приемы не работают. Знаете, вот стандартный пример. Ты звонишь в компанию, и колл-центр тебе говорит, как я могу к вам обращаться? Скажите, откуда эта фраза? Это фраза из англоязычной литературы. Это фраза из скриптов, переписанных на тот заморский лад. Слушай, ну не раздражает ли она? Потому что по-русски более правильные фразы, например, там, прошу прощения, а вас зовут? Или а вас зовут? Или там, меня зовут Владимир, а вас зовут? Разные варианты, но только не как я могу к вам обращаться. Вот это дословный перевод англоязычных диалогов. Ну ладно, это как отступление. Я вернусь к образованию. Вот у меня базовое экономическое образование, и я помню, как за все 5 лет я получил 54 оценки 5. Ни одной 4, ни одной тройки. И, вы знаете, было несколько, не то чтобы обидно, но такое вот, когда закончив все на все пятерки, ну, как других выпускников отметили, на меня как-то так не особенно обратили внимание. И я помню, как я на этот был 5-й курс выпускной, не знаю, не заметили. Может быть, заметили тех, кого надо заметить. Дело не в этом, а дело в том, что я тогда подумал, ну, было некоторое опустошение, подумал, а зачем я все это делал? Ну, явно не для того, чтобы меня похвалили. Однако, эти пятерки я получил даже не из-за знаний, которые вуз давал, ну, средненькие довольно, если говорить про практику, а из-за того, что важно было достигнуть результата оценки отлично. Это, знаете, это как эквивалент заработанных денег. Ты заработал 5000 рублей, 4000 рублей, 3000 рублей. Вот такая вот аналогия, если ты хорошо учишься, то она хорошо срабатывает потом в жизни. Я поэтому не буду пропагандировать то, что учитесь на тройке, четверке, дело не в этом, главное общаться. Нет, учитесь на отлично, но самое важное, действуйте параллельно. Параллельно с обучением в вузе, это прекрасный вуз, однако, еще раз, знаний он давал много, навыков, ну, прям совсем мало. Ну, прям, ну, копейки, которые можно применить в жизни. Основное – это параллельно развиваться еще в чем-либо. В частности, я тогда занимался программой, называется международная программа «Парламентские дебаты», она мне очень помогала. Различные подработки, некоторые курсы, выступления на осенних дебютах или там в КВНах и так далее, и так далее. Все это помогало выстраивать процесс коммуникации и получать дополнительные реальные живые знания, которые можно в жизни применить. В частности, вы знаете, вот музыкальная школа и класс гитары, который я закончил, мне в жизни существенно больше помог, чем огромное количество знаний, которые я получил в базовом образовании, на экономическом факультете, потом на юридическом. Кстати, юридическое оказалось все-таки существенно более полезно. Потом в школе экономики. Но дело не в знаниях, напомню, а в параллельных навыках, которые ты получаешь. Но если подвести итог, на мой взгляд, базовое образование вуза абсолютно необходимо на 100%, если вы хотите стать успешным. На 100%. И вспоминая примеры со Стивом Джобсом, другими некоторыми знаменитостями, которые бросили вуз, я бы сказал, что это скорее исключение. Базовое образование необходимо получить, но нужно понимать, что параллельно с базовым образованием ты должен посещать те курсы, предметы, внеочередные подработки, которые помогут тебе больше разобраться в себе, в своих возможностях и в том, что тебе нравится по-настоящему. Вот такие выводы, судите сами, ставьте лайки и дизлайки, приходите на тренинги, и мы больше разберемся о ваших навыках, которые помогут вам идти к цели. До встречи, я Владимир Якуба, увидимся совсем скоро. Или заходите на сайт Якуб.РФ, добавляйтесь в друзья на Facebook или ВКонтакте.